Друзья, всем привет, зрителям, подписчикам канала. Сегодня у нас такое будет видео о моей базе игр от консоли X-Pro 800 в одной. И в общем, я хочу вам показать все свои труды, о которых я вложил немало времени, чтобы скачать эмуляторы и ромы, именно ромы на эту приставку. Раскидывать по папочках, и это все у меня уместилось на три вот таких вот SD карточки. Это три SD карточки на 32 гига. Вот одна, вторая и третья на 16. Вот, в общем, я вот их накачал. Вот эта папочка Games. Занимает она 18,3 гигабайта. Сами понимаете, это много. И здесь, в этой папочке, я вот их расформировал по папках. Собственно, вот это капкомовские игры, и здесь они идут в вот таких вот формате zip. Здесь все-таки вот так вот сделаем. Вот здесь Game Boy. Здесь отдельно я создал папку Game Boy Rus. Это те игры, которые и на русском языке переведены. Вот это весь мой архив. Игр здесь очень много. Они не повторяются. Это полностью все игры, которые есть на данном, вышли на данную консоль по сегодняшний день. То есть, сами понимаете, это каждую игру надо скачать, ее потом это все разархивировать, по папках раскидать. Ну, я думаю, это время от Game Boy Advance. Вот, только посмотрите, 13,2 гига. Это только одна игры к одному эмулятору. Здесь вот 1630 игр. Потом Game Boy Color. Тоже папочка есть с русскими играми и в оригинале. Здесь 549 игр. Это Sega Games Gear. Здесь 267 игр. Это NES или Dendy, Nintendo. Всеми нами известна эта приставка из 90-х. Здесь 1915 игр. К Sega. Вот тоже есть папочка Rus, то есть русским переводом. Также в оригинале полностью все игры, которые были выпущены на всеми нами любимую Sega. Вот 1239 игр. Это Sega Master System. В общем, все те эмуляторы, которые поддерживает моя приставка X-Pro, я полностью их скачал с интернета. То есть можно любую игру на любой эмулятор запустить. То есть здесь вот видите Master System 383 игры. Здесь Super Nintendo.
Здесь 1316 игр. То же самое с русским переводом отдельно и полностью все остальные. Вот. В принципе, это по других эмуляторах. Сейчас я вам покажу. Здесь одна флешка есть чисто PlayStation, и это чисто PlayStation на 16, а это на 32. Здесь 18,5 гиг вот этих эмуляторов, которые я вам только что продемонстрировал, и все остальное я докинул тоже играми к PlayStation 1. И если в общем посчитать, то у меня выходит где-то примерно 60 гиг игр на PlayStation 1. Вот, поэтому давайте перейдем сейчас на мою консоль. Я вам покажу все свои игры там. Так что не переключайтесь. Вас я прошу поставить лайк, поддержать меня, так как я проделал очень много работы. И для меня это будет приятно. Подписывайтесь на канал, а мы переходим на консоль. Ну что, друзья, мы перешли на консоль, и я сейчас вам покажу эту мою первую SD-карточку на 32 гига, где вот папочка Games. Здесь эти все мои эмуляторы, которые я только что вам показал на ноутбуке. Вот. Любая игра запускается, любую, давайте, на выбор. То есть короче, такая игра. Ну, в общем, понятно, да? Вот можно ее сохранить, можно запустить, можно выйти. То есть, как бы, здесь всего я накачал, но не факт, что можно все играть, так как вы сами понимаете, шлака очень много. Ну, для демонстрации того, что вот, в принципе, вся база всех эмуляторов у меня есть на флешках и в любое время можно. А вот еще есть папочка PS1 Game. И здесь вот мои игры, которые Dino Crisis, вот Dino Crisis 2, Leon King, Disney про Русалочку, Червяк Джим, FIFA Soccer 4. В общем, здесь есть вот футбол Pro Evolution 2, Mega Man 6, Metal Slug, Mortal Kombat 4. Это проверенные игры, те, которые реально запускаются. И Tekken 3, вот это вообще, помню, с другом когда-то, еще ему в 2004 году родители подарили на день рождения, и у него было две игры: футбол этот Pro Evolution Soccer и Tekken 3 был. Все, и мы заседали с пацанами, рубились там по полдня. Ну, в принципе, вот аркада, вот вдвоем, драка в команде.
Давайте аркаду. Видите, эта версия называется плюс, потому что здесь больше расширенный список бойцов. Давайте возьмем Пауля. Так, и против нас Кинг. Одну сыграем. Ух ты! Ох! Болевой. Да. Да ты что, посмотрите, пощи. Как он красиво с подъема. Ну что, вспомнили об этой игре. Я думаю, все ее играли. Вот. Поэтому давайте перейдем к следующей флешке. И я вам покажу следующую. Вот следующую загрузили. Вот тоже PS1 Game. И здесь у меня целых 32 гига полностью все играми от PlayStation 1. То есть они все рабочие. У меня было там, не знаю, игр 150-200 на ноутбуке. Я забил винт под зависть. Я так каждую игру я перепроверял на работоспособность. То есть здесь все 100% рабочие игры. Вот здесь есть Tekken 1, Tekken 2, на той флешке Tekken 3. То есть игры не повторяются. Tom Clancy, Tom Raider, все три части, Urban House. Вот есть про крокодила Крокса, Looney Tunes, Аладдин, Один во тьме, Кастлвания, Колин Макрали, вот Бандикут есть, третья часть, это Диабло Стратегия, ну, в общем, Дюна есть, русская озвучка, Гран Туризмо, первый, второй, кстати, он не запустился вообще. Это бои Кагеру 2-3. Вот это, по-моему, тоже Кенсей драки. Ну, в общем, понятно, да? Сейчас я вам покажу третью.
Вот третья флешка у меня на 16 гиг. И здесь есть игры от аркадных автоматов. И также здесь есть вот PlayStation 1. Здесь остальной список тех игр, которые я закачал. То есть, в общем, в принципе, вы поняли. Здесь есть вот PlayStation 1, которая шла из коробки, только одна игра. Это Soccer Pro, ну, Pro Evolution Soccer. И, в принципе, вот список тех игр, которые здесь уже были предустановлены в коробке, можно посмотреть также на том сайте, на котором я вам показывал в предыдущем видео. Или как описание этой приставки. Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.